Ну, отношение, что родители тоже должны понимать, что они тоже имеют ответственность по отношению к здоровью своих детей. Часто бывает мнение, что вот заболел ребенок и приходят с таким этим, что именно как бы сами долго сидят, потом с осложнениями приходят и потом долго лечатся. И поэтому они как-то думают, что все равно лечение неправильное, когда уже осложнение идет, заболевание. Хотелось бы, чтобы родители тоже обращали внимание на здоровье своих детей и своевременно обращались в поликлинику или в другие учреждения медицинские. Порядочность бывает, тоже агрессивные бывают некоторые родители, ругаются. Как бы приходя в поликлинику, все-таки это детское отделение, в основном здесь дети, и при детях начинают ругаться друг с другом родители, нецензурные слова произносят, и даже если делаешь замечания, они на это не реагируют. Потом бывают, например, самолечением занимаются дома, покупаются эти лекарства, антибиотики, БАДы всякие покупают, потом нежелательно детях экспериментировать, желательно получать то, что назначает диагноз.